Зеленый наряд Волжского к юбилею города украсили молодые липы. В парке памятных дат появилась аллея, подаренная городу делегацией из Северной Осетии. Появлению в Волжском аллее дружбы с Северной Осетией помогло всероссийское совещание органов местного самоуправления, которое проходило в апреле. На нем волжане, принимавшие масштабный форум, подружились с северо-осетинской делегацией. Первым шагом к взаимному сотрудничеству стала липовая аллея. Мы обсуждали с ними тему, вот, что у нас парк есть, сертификат, там подарить дерево и так далее. Они эту тему услышали, посмотрели, им очень понравилось. Они вышли с предложением, значит, на этой почве как бы завязать такие дружеские отношения с городом. И вот сегодня это уже идет реализация этого проекта. В первое время молодые деревья будут регулярно поливать из автоцистерн, а в будущем здесь будет организован поливочный водовод. Мы договоримся, где трубы найти. Вот, смонтировать, а потом уже полив мы берем на себя. Руководство Волжского и Северо-Осетинской делегации высадили в парке памятных дат 20 саженцев липы. При благоприятном уходе она хорошо растет и чувствует себя комфортно даже в нашем жарком климате.